Российские оккупанты 14 января нанесли массированные ракетные удары по Украине. Они попали по многоэтажке в Днепре. Об этом рассказал заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко. На месте работают все экстренные службы. Тимошенко сообщил ужасные новости из Днепра. Российская ракета попала в многоквартирный дом. Просто изверги, нет как минимум одного подъезда. Под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день. МЧС и все городские службы на месте, отметил заместитель главы офиса президента. Тимошенко добавил, что он отлично знает дом, в который прилетело в Днепре, ведь родился и проживал рядом. Знаю людей из этого района. Приветливые и дружелюбные. Злость, отметил чиновник. Он уже пообщался с мэром Днепра Борисом Филатовым. Он уже выехал на место, где Россия устроила террор. Все спасательные службы трудятся, сил и выдержки днепрянам. Подытожил Тимошенко. По состоянию на 17.20 в результате падения ракеты в жилой дом предварительно 10 раненых, 15 человек достали из-под завалов. Об этом сообщает СМИ. Двое из них дети, трое пострадавших тяжелых. Все сейчас в больнице. На территории Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки россиян. В настоящее время идет работа противовоздушной обороны. Ситуация достаточно напряженная, поскольку враг постоянно наращивает военные присутствия. Об этом рассказала руководитель пресс-секретаря ОК «Юг» Наталья Гуменюк. В частности, российские оккупанты наращивают присутствие в акватории Черного моря. В настоящее время корабельная группировка врага состоит из 5 ракетоносителей, имеющих наготове 36 ракет типа «Калибр».